Оперативники задержали в Звенигороде 28-летнего уроженца ближнего зарубежья, подозреваемого в сбыте наркотиков. По месту проживания мужчины обнаружено и изъято 400 свертков и две коробки с порошкообразным веществом бежевого цвета, в общей сложности 10 килограммов. Химическое исследование показало, что содержимое двух коробок является героином общей массой более 5 килограммов. Остальное направлено на дальнейшую экспертизу. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.